В этом выпуске полярных летчиков. Да у нас двигатель дымит. Авария в воздухе. Из него масло течет. Огня нет? И экстренная посадка. Знакомство малышки МакБрайан с самолетом. Смотрите, она к нему прикоснулась. И удача улыбается Скотту. Это что, какой-то сон? Полярные летчики, держитесь, парни! Несмотря на то, что сейчас весна, и температура поднялась почти до 20 градусов, работа полярных летчиков легче не стала. Тысячи километров к западу, на Юконе, бушует циклон. С побережья надвигается буря, что создает серьезные трудности для пилота Буффало Джастина Симли. Гроза надвигается. Его курс проходит прямо через грозовую область. У нас по плану очень важный чартерный рейс White Horse. Джастин только что сообщил, что из-за грозы могут быть задержки. Наши пассажиры летят на конференцию. Мы не должны опоздать. 13 госслужащих летят в White Horse на конференцию по биоэнергетике. Посадка уже началась. У наших пассажиров намечены встречи, делегации, доклады. Если мы беремся доставить их на место, мы должны доставить их вовремя. Привет, Эндрю. Боюсь, рейс придется задержать. Но погодные условия в точке назначения вносят свои коррективы. Стойте, придется еще немного подождать. Мы должны уточнить погодные условия. Привет, Джон. Второй пилот Эндрю Уайк сообщает новости. White Horse, нелетная погода, придется задержать вылет. Самолет никуда не полетит, пока Джастин не подтвердит, что погода улучшилась. Два больших очага к северу и к западу от аэропорта. Вот этот находится прямо по курсу на Уотсон. Очаг большой, высота около 9000, а здесь два отдельных очага. Грозовой очаг — это воздушная масса, образованная мощными восходящими и нисходящими потоками. Он сопровождается громом, молнией, сильным ветром, дождем или градом. Лететь в шторм над гористой местностью небезопасно. Нужно все обсудить. Пилот и Джо должны всегда думать о безопасности. Если прогноз плохой, задержим еще на 12 часов. Полетим утром. Да, мы не можем рисковать. Несмотря на то, что в Йеллоунайфе прекрасная погода, экипажу и команде придется ждать, пока она не улучшится в 1100 километрах отсюда, в White Horse. White Horse — чудесное место. Никогда не был? Нет. Похож на деловой район. Круто. Это как холодильник, там есть все. Даже Starbucks. Если этот рейс состоится, экипажу Буффало придется дожидаться окончания конференции в White Horse. А это возможность хорошенько провести время. Мы работаем без продыху, сутками и без выходных. Было бы здорово проснуться завтра утром, пойти позавтракать, расслабиться, может, сходить на рыбалку. Эта рыба больше моего племянника. Очень хочу на рыбалку. Не терпится вырваться из Йеллоунайфа хотя бы на пару дней. Спустя несколько часов Эндрю проверяет прогноз на Юконе. Час назад облака были на высоте 1500 метров. Сейчас 1800. Ветер немного стих. Главный пилот принимает решение. Можем лететь. Здорово. Так. Погода улучшилась. Сейчас мы дозаправим самолет, и минут через 10-15 вылетаем. Итак, синоптики дают добро. Мы снова летим в White Horse. После неудачного начала Джастин надеется, что погода в White Horse продолжит улучшаться, когда самолет будет пролетать над горами Маккензи.
Буффало 224, полоса 1-5. Движение открыто по всем полосам. Вас понял, взлет в 17.50, курс на Уайтхорс. Перелет до Уайтхорса занимает 5 часов. 1100 километров над одним из самых суровых районов Канады. Пока нет ни намека на плохую погоду. Эндрю выпала редкая возможность пролететь над незнакомой территорией. Классно. Мне еще не доводилось летать над гористой местностью. Настоящие горы? Совсем неплохо. Смена пейзажа. На западе появляются облака, и Джастин сверяется с прогнозом в Уайтхорсе. Буффало 224, говорит Уайтхорс. Уайтхорс, говорит Буффало 224. Нужен последний прогноз погоды. Грозы продолжаются? Подтверждаю, несколько изолированных очагов. Около 6000 с кучево-дождевыми облаками и грозовыми облаками у земли. Вас понял, Буффало 224, спасибо большое. Плохие новости. Гроза не прекращается. А в 400 километрах от Уайтхорса... Что это? У нас двигатель дымит. Давление масла в правом двигателе резко упало. Возможно, большая утечка. Из него масло течет. Двигатель может заглохнуть в любой момент. Только если с обратной стороны обтекателя, я отсюда ничего не вижу. Джон осматривает двигатель из хвостовой части. Дым пошел немного сильнее, Джастин. Ты видишь пламя, Джон? Просто белый дым. Может, просто масло? Второй двигатель может выйти из строя. Так, Эндрю, мне нужно пойти посмотреть. Держи 95-100 узлов. Следи за температурой. И давлением во втором двигателе. Хорошо, не беспокойся. Делай, что нужно. Джастин направляется в хвост, чтобы осмотреть двигатель. От вибрации разболтались винты на обтекателе двигателя. Очень сильная вибрация. Обтекатель может сорвать. Эндрю никогда раньше не был в подобной ситуации. Все в порядке, Джастин? Да, просто думаю. Ясно. Они далеко от дома, над горами, и летят прямо в грозу. Кроме того, у них проблемы с двигателем, а поблизости ни одной посадочной полосы. Масло по-прежнему вытекает? У DC-3, направляющегося в Уайтхорс, серьезные проблемы. Впереди трудные погодные условия, а второй двигатель вот-вот откажет. Тут нужно подумать. Если придется заглушить двигатель, сможем ли мы удержать высоту? Где ближайший аэропорт? Как туда попасть? Продолжаем полет или садимся на запасной аэродром? Капитан Джастин Симли должен принять решение. Все в порядке, Джастин? Да, я просто думаю. DC-3 в полутора часах от Уайтхорса и всего в 15 минутах от Уотсон-Лейк. Находясь в 65 километрах от Уотсон-Лейк, над горной местностью посреди грозы, я принял решение садиться. Так, приятель, идем на посадку. Я немного убавлю мощность, посмотрим, получится ли снизить скорость. Джастин не хочет беспокоить пассажиров и говорит Джону, как объяснить отклонение от курса. Да. Скажи им, что... В Уайтхорсе гроза. И что нам придется немного изменить курс и сесть в Уотсоне. Отведем их на аэровокзал, а я пока позвоню в компанию. Хорошо? Хорошо.
Обороты второго двигателя упали, но он по-прежнему дымит. У Джастина есть всего несколько минут, чтобы добраться до аэропорта Уотсон-Лейк. 37 на 33. Это тот участок перед нами? Да, аэропорт перед нами. Шум во втором. Снова хлопок. Проверь. Спасибо. Все отлично. Все отлично, ребята. 224, сообщите ваш тип самолета. 224 — это DC-3. Аэропорт Уотсон-Лейк был построен во время Второй мировой войны как перевалочный пункт для переброски американских самолетов в Россию. В этом районе случилось много авиакатастроф, связанных с погодными условиями. В 1942-м здесь разбился Б-26 «Мародер». Несколькими годами позже — «Авра Линкольн». Уже на земле Джастин обдумывает следующий шаг. Пока экипаж осматривает неисправный двигатель. Черт, это утечка. На обшивке видны следы масла. Самолеты этого типа очень надежны. И «Буффало» никогда не отправляет механика в рейсы DC-3. Вдалеке от дома, без инструментов, запчастей и механика, Джастину остается звонить в офис «Буффало» и просить о помощи. Двигатель здорово вибрировал и дымил. Думаю, дело в цилиндре. Капот еще не снимали. Да, похоже на цилиндр. Есть утечка масла. Если цилиндр треснул, Джастину придется смириться с тем, что всегда надежный DC-3 сегодня уже не взлетит. Найдите механиков и запчасти, а мы отправим пассажиров в гостиницу. Полетим завтра, когда починим самолет. А я, как всегда, сообщу плохие новости. Бортпроводник Джон Мартин сообщает новость пассажирам. Шоу начинается. Которые должны быть в Уайт-Хорсе завтра утром. Так, звонил Джастин, сказал, что сегодня мы остаемся здесь. Я поговорю с ребятами наверху, попрошу, чтобы вызвали для вас такси и отвезли в гостиницу. Хорошая новость. Мы всего в полутора часах от Уайт-Хорса. В Йеллоу-Найфе Джон пытается найти выход из ситуации. Следи за погодой в Томпсоне, Алекс. Он обращается за помощью к приятелю, который владеет авиакомпанией Уайт-Хорсе. Я созвонился с Джо Спарлингом и их Air Norse. И в течение часа он выслал Хокер из Уайт-Хорса в Уотсон-Лейк. Так и работают авиакомпании на севере. Если у одной компании возникают проблемы поздно ночью, другая тут же спешит ей на выручку. Резервный самолет Air North садится в Уотсон-Лейк. Хокер — это европейский вариант DC-3. Он был разработан для замены DC-3. В нашем случае так и получилось. Джо очень пригодились связи в Air North. Вскоре его пассажиры продолжают полет в Уайт-Хорс на самолете другой компании. Это дало нам передышку. Время подумать, как починить самолет. И в то же время мы сумели вовремя доставить пассажиров в Уайт-Хорс. Дело не в деньгах, а в репутации компании и будущих заказах от правительства. Джо хочет, чтобы обратный рейс обслуживал именно его самолет. Доброе утро. Доброе утро. Вы в шортах? Да, в шортах и пиджак под цвет. Утром, придя на работу, Джо тут же берется за дело. Вызови мне Рода на минутку, хочу провести совещание. Мы отправим туда Клиффа и одного помощника. Джо высылает в Уотсон-Лейк механика Клиффа Дайсона, ветерана с 14-летним стажем. Мы не хотели рисковать из-за сломанного цилиндра в гористой местности и отправили нашего лучшего механика.
Я не хочу рисковать самолетом, пока мы все тщательно не проверим. Да, получасового полета вокруг Уотсон-Лейк будет достаточно. Тогда мы поймем, нужно ли переправлять самолет домой и искать ему замену или нет. Берите все необходимое и отправляйтесь. Вот ваш пилот. Их пилотом будет Эй-Джей Декост. Они заменят цилиндр, и уже сегодня вечером самолет будет готов к вылету в White Horse. Аварийная команда отправляется в путь. Клифф берет с собой своего сына Трэвиса в качестве помощника. У них есть всего день, чтобы починить самолет и отправить его в White Horse. Или навсегда распрощаться с этим заказчиком. Эй! Скотт Блу, рослый парень с громким голосом. Там еще одна коробка. Убирайся отсюда, быстро! Вот черт! Скотт вместе с еще одним пилотом, Гордом Кулингом, занимаются загрузкой DC-4. Немного выше. Скотт второй пилот C-46. Ему редко удается сесть за штурвал четырехмоторного DC-4. И если он хочет научиться управлять этой машиной, ему понадобится налетать много часов. Поможешь мне забрать последний ящик? Спасибо. Завтра он полетит лишь за тем, чтобы помочь с разгрузкой. Подготовка к полету всегда занимает много времени. На Юконе у экипажа DC-3 есть несколько часов до прибытия механиков из Йеллоунайфа. Они находятся в Уотсон-Лейк, городе с населением 1500 человек. Врата Юкона на 980-м километре шоссе Аляска. Короткая поездка на такси, и они оказываются в самом известном месте Уотсон-Лейк. Лесу указателей. Круто! Которых здесь больше 75 тысяч. Нужно было привезти сюда табличку Буффало. В 1942-м один американец, скучавший по дому, поставил здесь указатель расстояния до родного дома. Другие последовали его примеру. Появилась традиция. Говорят, что это самая большая коллекция краденого имущества в мире. Представьте себе, сколько денег было потрачено, чтобы заменить эти знаки. Смотри, кусочек дома. Кто-то стащил табличку с Crescent Beach Cloverdale. Экскурсия закончена. Пришло время возвращаться в аэропорт, чтобы встретить ремонтную бригаду. На борту спасательного самолета «Буффало» пилот Декост и механики Клифф и Трэвис Дайсон. Привет, ребята! Ну что у вас тряслось? Уже много лет механик Клифф ремонтирует старые самолеты «Буффало» по всему северу. Сначала нужно понять, что случилось. Так сказать, оценить ситуацию. Если Клифф сумеет спасти DC-3, он спасет и репутацию компании. Обшивка отошла, видишь? Вот в этом месте, на обтекателе. Я его простучал, с правой стороны есть существенный зазор между двигателем и обтекателем. Перед заменой цилиндра Трэвис проверяет масло на наличие металлических осколков. Как оказалось, поршень начал царапать стенку цилиндра и источил небольшой слой алюминия. К счастью, повреждение не очень серьезное. Команда снимает обтекатель, чтобы осмотреть цилиндр. Теперь механики «Буффало» могут приступить к работе. А в Йеллоунайфе, в доме Рода и Саши Макбрайенов, тоже кипит работа. Чтобы держать ребенка правильно, нужно согнуть руку в локте. Вот так. Эмми Рэй уже 12 дней. И акушерка Хизер Редшоу учит Рода, как нужно купать ребенка. Сначала вымоем личико, без мыла, чтобы ничего не попало в глазки. Роду, который раньше менял свечи, а не пеленки, приходится привыкать к роли отца. Она просыпается? Да, похоже. Привет, крошка. Саша очень довольна мужем. Род не боялся и не нервничал.
Она ведь такая маленькая, казалось, она может выскользнуть в любую секунду. Но он совсем справился. Что делает папочка? То, что мне так сильно не нравится. Когда она родилась, все, что я считал раньше таким важным, отошло на второй план. Я осознал, что ребенок для меня самое главное. Да, папочка, все маленькие складочки. Когда МРА появилась на свет, не знаю, род как-то изменился. Он хочет проводить с ней все время, и это для него важнее работы. Вот так, надо отрыгнуть. Вот так, какие молодцы! Молодец, папочка. А Уотсон Лейк, механик Клифф Дайсон, добрался до причины поломки двигателя DC-3, треснувшего цилиндра. Внутри находится поршень, который двигается вверх-вниз. Произошла поломка. Эта штука развалилась на две части. Вот почему произошла утечка масла, которую мы смогли обнаружить. Когда пошел дым, мы поняли, что дело плохо. В двигателе из-за трения и нагревания поршня стенки цилиндра расширяются, а после остановки возвращаются в прежнее состояние. В условиях Арктики стенки цилиндра могут со временем утратить прочность, что может привести к поломке. За много лет работы механиком в суровых условиях севера Стив повидал много испорченных цилиндров. Это износ. Время и постоянное чередование высоких и низких температур. Не первый и не последний случай. Установка нового цилиндра — трудоемкий процесс. Но ситуация требует вернуть эту птичку в воздух и восстановить репутацию Буффало. Все готово. Наконец, новый цилиндр на месте. Завтра утром проведут испытательный полет, чтобы выяснить, сможет ли самолет забрать пассажиров из Уайтхорса. Уотсон, Лейк и Юкон наступило утро. Экипаж Буффало готов испытать отремонтированный DC-3. Ремонт завершен, сейчас мы проведем тестовый полет. Посмотрим, все ли в порядке, проверим масло. После этого отправимся в Уайтхорс. Клифф останется, а AJ и Трэвис вернутся в Йеллоунайф. Скажи, чтобы Джон позвонил Майке. Хорошо, спасибо. Цилиндр заменен, DC-3 готов к полету. Джастин запускает двигатели. Экипаж следит за температурой и давлением масла, чтобы убедиться в исправности нового цилиндра. Пока все в порядке, но для окончательной проверки самолет нужно поднять в воздух. Буффало 326, мы проводим испытательный полет. Клифф Дайсон нервничает. Если его работа не пройдет проверку, репутация Буффало может здорово пострадать. Пассажиры ждут возвращения домой, а Джо МакБрайан не хочет снова прибегать к услугам конкурентов. Что там с вибрацией? Утечка есть? Как дела? Ни вибрации, ни утечки. Клифф лично проверяет второй двигатель. Пока... все идет хорошо. Прошли 16 километров. Вираж и возвращаемся. Джастин доверяет Эндрю произвести посадку. Отлично, молодец. Принимаю управление. Проверь, нет ли утечки масла. Кажется, все в порядке? Замечательно. Да, все в порядке, никаких проблем. С одобрения Клиффа совсем неплохо. Второй двигатель готов к эксплуатации. Самолет исправен, мы направляемся в Уайтхорс.
Йеллоунайфе DC-4 готовят к перевозке строительных материалов в арктический городок Куглуктук, ранее известный как Коппермайн. Весенняя погода в Арктике может быть непредсказуемой. Где Коппермайн? Вот здесь, все в порядке. Пилоты Дэн Катони и Скотт Блу проверяют прогноз. Сегодня утром вылет DC-4 задержался из-за снежной бури. Все в порядке. Вроде да. Похоже, они могут лететь. Привет, Арни! Буря в этом районе стихла, мы начали погрузку. Сможем вылететь сегодня. Самолет поведут главный пилот Арни Шредер. Тут столько всего, я думал, будет меньше. И Скотт Блу, который в основном летает на Си-46, но надеется, что Арни даст ему возможность сесть за штурвал DC-4. Эй, ребята, я лечу с вами. Отлично, если только... Хорошо. Но для Скотта это не сулит ничего хорошего. Эй-Джей уже летает на DC-3 и Си-46. Ему нужно налетать еще несколько часов, чтобы стать пилотом и этого самолета. Арни предложил мне полететь с ними и поближе познакомиться с DC-4. Им нужен новый пилот, и я собираюсь воспользоваться этой возможностью. Надежды Скотта сесть за штурвал могут не оправдаться. Главное, чему учишься в Буффало, так это то, что цыплят по осени считают. Куглуктук находится в 600 километрах от Йеллоунайфа на побережье Ледовитого океана. В полете Скотт штудирует инструкцию по DC-4. Он хочет быть на высоте и изучить самолет еще лучше. От гидробаков до антиобледенителей. И вот удача! Арни приглашает в кабину его, а не Эй-Джея. Скотт с трудом втискивается в кабину второго пилота. Здравствуйте, мистер Шредер. Привет, Скотти. Кстати, в этом самолете можно отрегулировать положение педалей. Да, конечно. Для таких великанов, как ты, это может пригодиться. Точно. Ну что, вперед? Звучит здорово. Это отличная возможность полетать на DC-4. Такие радиальные двигатели сейчас встретишь нечасто. Самолеты с четырьмя радиальными поршневыми двигателями сейчас действительно редкость. DC-4 стал первым крупным самолетом с трехколесным шасси, маленьким колесом впереди и двумя большими колесами под крыльями. Вы только взгляните на конструкцию шасси, двигатели на крыльях. Это же дизайн современного авиалайнера. На них теперь используются турбины и реактивные двигатели, но дизайн остался прежним. Это настоящая летающая история. Но момент славы Скотта был прерван. Через час полета погодные условия ухудшились. И Арни просит Дэна вернуться в кресло второго пилота. Хорошо, снижаемся на 4300. Арни подныривает под облака, чтобы разглядеть посадочную полосу в Куглуктуке. До нее около 30 километров. Держим курс, я полагаю. Поздняя оттепель оголила гравий повсюду, что значительно затрудняет поиск полосы. Очень трудно разглядеть, все сливается. Да, не разглядеть. Куглуктук расположен на побережье Ледовитого океана, в устье реки Коппермайн. Арни пытается разглядеть береговую линию. Видишь, похоже на корабль у берега, вон там. Да, вижу. Видишь маяк? Ту башню. Начинаем снижаться. 180 на 145. Хорошо. Снижаемся. 168 на 140. 160.
А вот и полоса. В Йеллоунайфе уже весна, но на побережье Ледовитого океана даже в мае зимняя погода. Угроза снежной бури еще не миновала. Им нужно разгрузиться и вернуться как можно скорее. Давайте выбираться отсюда. Самолет готов к вылету. Летим в Уайтхорс. Уотсон Лейк, экипаж DC-3, наконец отправляется в Уайтхорс. О да, замечательный городок Уотсон Лейк. Сказал бы больше, но нас снимают для телевидения. Тестовый полет удачно завершен. Правый двигатель теперь работает как часы. Диспетчер, разрешите взлет. Буффало 226, полоса 2343, счастливого полета. Во время полуторачасового полета пилот-стажер Эндрю получает возможность сесть за штурвал. Раньше ему не приходилось летать над горными вершинами, и он здорово нервничает. В горах очень большая турбулентность. Это нужно учитывать, так как поток воздуха начинается прямо над горой и создает завихрение с другой стороны. Если попасть в такой поток, машину сильно прижмет к земле. Атмосферные потоки образуют мощные завихрения над горной цепью, создавая воронки с подветренной стороны. Эти воронки стали причиной многочисленных авиакатастроф. Уайтхорс — это Буффало 226. Подлетая к Уайтхорсу, Эндрю продолжает бороться с порывистым ветром. Буффало 226, мы вас видим. Подтвердите ваш бортовой номер. 226. Буффало 226, посадочная полоса 1-3, ветер 1-2-0 на 10. Чтобы справиться с порывами ветра, Эндрю постоянно приходится регулировать положение элеронов и удерживать самолет в нужном положении. Одновременно он работает педалями, управляя хвостовым рулем, чтобы DC-3 летел прямо. В современных самолетах элероны и руль направления соединены между собой. А в DC-3 все зависит от мастерства пилота. Внимание, порывистый ветер на склоне. Приготовиться к нисходящему потоку за этой черной горой. Может повести вверх или вниз. Заходя на посадку, Эндрю снова борется с ветром. Так, молодец. Последняя проверка. Можно садиться. Ну вот, я его посадил. Молодец. Наконец они в Уайтхорсе. На 48 часов позже, чем планировалось. Уайтхорс, столица Юкона, был основан в 1898 году во времена золотой лихорадки. Сегодня это город с населением 25 тысяч человек и невероятно яркими городскими пейзажами. Здесь можно наблюдать северное сияние с конца лета до ранней весны. У Эндрю и Джона есть несколько часов перед тем, как они заберут пассажиров и вернутся в Йеллоунайф. Ну что, чем займемся? Давай прокатимся по городу, полюбуемся пейзажем, сделаем пару снимков. Первая остановка — памятник DC-3 в аэропорту. Они даже не очистили грязь с шин. Это один из крупнейших флюгеров в мире. С ума сойти. Этот самолет был построен в 1942 году для транспортного управления ВВС США и совершал рейсы в Индии и Китае. После войны Canadian Pacific Airlines переоборудовала его для перевозки пассажиров. А затем его использовали две небольшие юконские компании вплоть до конца 60-х. Но перед тем, как он был списан, на нем успел полетать Джо. Я попал на этот самолет в 1969 году. На нем я проходил начальную практику. Мне кажется, что каждый житель Юкона тогда летал на этом самолете. И теперь он стоит на страже города. Очень символично.
1200 километрах к северу, в Куглуктуке, экипаж DC-4 заканчивает разгрузку стройматериалов и готовится к взлету. Диспетчер аэропорта Куглуктук, Буффало, 5718. На обратном пути в Йеллоунайф Арни уступает место пилота Эй-Джею де Косту. Рычаг на 60 узлов, верно? Да. Эй-Джей уже 4 года не летал на DC-4. У меня все готово. 3-9-4, порядок. Двигатель готов. Штурвал на себя и взлет. Уже будучи пилотом DC-3 и C-46, Эй-Джей хочет расширить свою летную специализацию. Похоже, компании требуются пилоты DC-4. Я готов. Думаю, это здорово. Великолепный самолет. Идеально подходит для дальних перелетов. Скотта снова приглашают в кабину пилота. Второй раз за сегодня он получает возможность сесть за штурвал DC-4. Он с трудом верит в такое везение. Может, я сплю? Так, Скотт, можешь взять управление в любой момент. Хорошо. Оставайся на основных баках до конца полета. Хорошо. Так, передаю управление. Управление принял. Возможно, в четвертом вспомогательном баке осталось немного топлива. Хорошо. Эй-Джей уже почти готов самостоятельно управлять DC-4, а Скотт только начинает осваивать этого четырехмоторного зверя. Ему еще многому предстоит научиться. Так, это клапан слива топлива, видишь, вот здесь? Да. Это клапан слива топлива. Этот рычаг его открывает? Да, правда? Для Арни это редкая возможность посидеть в пассажирском кресле. Не могу поверить, просто дух захватывает. Красота. Классная машина. Просто чудо. По-другому и не скажешь. Отличный самолет. В Буффало бывают удачные дни и неудачные дни. Но сегодня я получил массу удовольствия. Для Скотта возможность управлять такой громадиной – настоящее приключение. Да и для Эй-Джея тоже. В Йеллоунайфе Рот возвращается домой. Большую часть обеденного времени и перерыв он проводит с дочкой. Сегодня особенный день. Экскурсия. Сегодня у Рэй первый рабочий день. Она увидит нашу компанию. Нужно собираться. Не знаю, подходит ли ей розовый цвет, но стоит попробовать. Так, детка, сейчас мы тебя укутаем. Ой, вот так. Моя девочка. Папа все сделает быстро. Ну, папочка, что ты копаешься? Просовываем ручку. Ой, застряла. Мне приходилось пару раз одевать майки в детстве, но там было все просто. Натянул как мешок и готово. Тут все по-другому. Помню, как таскал его в старой коробке из-под пива. Нам пора в ангар. Она у нас такая красавица, просто глаз не отвести. Рот должен возвращаться в мастерскую. И Саша отвозит Эмму Рэй в ангар. Рот так гордится тем, что едет на работу с дочкой. Он такой нежный, заботливый. В нем нет ничего напускного. Мне всегда нравилась в нем эта черта. Хотя он часто стеснялся это показывать. Во время своего первого визита в Буффало Эмма Рэй попадает в заботливые руки дяди Майки. Моя дорогая, маленькие дети такие смешные, плачут по любому поводу. Ну еще бы, целый день лежать в пеленках и смотреть в потолок. Да, жизнь тяжела, надо поплакать. Привет. Тихо, тихо, моя сладкая. Пойдем посмотрим на самолеты. Ну конечно, смотри, чтоб не оглохла. Прелесть. Майки, как и остальные Макбрайены, быстро находят общий язык с двухнедельным ребенком. Хочешь посмотреть на Си-46, Эмма? Смотри, Эмма Рэй, это Си-46. Тихо. Вот так. Вот так. Потрогай ручкой.
А в White Horse экипаж DC-3 забирает пассажиров, которые наперебой рассказывают о вынужденной посадке в Watson Lake. Настоящее приключение. А что, если в Watson Lake выпили по паре пива? Все прошло замечательно, если не считать дымящегося двигателя. Но для 75-летнего самолета это нормально. План Джо доставить пассажиров домой любой ценой увенчался успехом. Вы знаете, где аварийный выход? И теперь они возвращаются домой на старом добром DC-3. А за окном ясная и солнечная погода. Наконец-то. Хотя мне и не удалось порыбачить, я узнал столько нового. Это был незаменимый опыт, который обязательно поможет мне в следующих рейсах. Джастин заходит на посадку в аэропорту Йеллоунайфа. DC-3 рейс из Уайтхорса. Пассажиры доставлены домой в целости и сохранности. Знаете, мы не часто принимаем пассажиров в Буффало, а особенно чиновников из правительства, поэтому мы стараемся держать марку. Бывает так, что все летит в тартарары, как бы хорошо ты все не спланировал. Но команда собралась и сделала свою работу. В следующем выпуске «Полярных летчиков». Мой сын Майк. Джо и Майки отправляются в Англию за новым самолетом. Желания и возможности не всегда совпадают. Эй! Но все выходит из-под контроля. Ого! У Скотта проблемы с C-46. Буффало 14, что у вас за проблема? Вынужденная посадка на острове. Это можно починить? Программа подготовлена к показу компании SDI Media. Перевод Романа Савицкого, текст читал Дмитрий Шандро. В этом выпуске «Полярных летчиков». Да у нас двигатель дымит. Авария в воздухе. Из него масло течет. Огня нет. И экстренная посадка. Знакомство малышки Макбрайан с самолетом. Смотрите, она к нему прикоснулась. И удача улыбается Скотту. Это что, какой-то сон? Полярные летчики, держитесь, парни! Несмотря на то, что сейчас весна, и температура поднялась почти до 20 градусов, работа полярных летчиков легче не стала. Тысячи километров к западу на Юконе бушует циклон. С побережья надвигается буря, что создает серьезные трудности для пилота Буффало Джастина Симли. Гроза надвигается. Его курс проходит прямо через грозовую область.
У нас по плану очень важный чартерный рейс в Уайтхорс. Джастин только что сообщил, что из-за грозы могут быть задержки. Наши пассажиры летят на конференцию. Мы не должны опоздать. 13 госслужащих летят в Уайтхорс на конференцию по биоэнергетике. Посадка уже началась. У наших пассажиров намечены встречи, делегации, доклады. Если мы беремся доставить их на место, мы должны доставить их вовремя. Привет, Эндрю. Боюсь, рейс придется задержать. Но погодные условия в точке назначения вносят свои коррективы. Стойте, придется еще немного подождать. Мы должны уточнить погодные условия. Привет, Джон. Второй пилот Эндрю Уайк сообщает новости. В Уайтхорсе нелетная погода, придется задержать вылет. Самолет никуда не полетит, пока Джастин не подтвердит, что погода улучшилась. Два больших очага к северу и к западу от аэропорта. Вот этот находится прямо по курсу на Уотсон. Очаг большой, высота около 9000, а здесь два отдельных очага. Грозовой очаг — это воздушная масса, образованная мощными восходящими и нисходящими потоками. Он сопровождается громом, молнией, сильным ветром, дождем или градом. Лететь в шторм над гористой местностью небезопасно. Нужно все обсудить. Пилоты Джо должны всегда думать о безопасности. Если прогноз плохой, задержим еще на 12 часов. Полетим утром. Да, мы не можем рисковать. Несмотря на то, что в Йеллоунайфе прекрасная погода, экипажу и команде придется ждать, пока она не улучшится, в 1100 километрах отсюда, в Уайтхорсе. Уайтхорс — чудесное место. Никогда не был? Нет. Похож на деловой район. Круто. Это как холодильник, там есть все. Даже Starbucks. Если этот рейс состоится, экипажу Буффало придется дожидаться окончания конференции в Уайтхорсе. А это возможность хорошенько провести время. Мы работаем без продыха, сутками и без выходных. Было бы здорово проснуться завтра утром, пойти позавтракать, расслабиться, может, сходить на рыбалку. Это рыба больше моего племянника. Очень хочу на рыбалку. Не терпится вырваться из Йеллоунайфа хотя бы на пару дней. Спустя несколько часов Эндрю проверяет прогноз на Юконе. Час назад облака были на высоте 1500 метров. Сейчас 1800. Ветер немного стих. Главный пилот принимает решение. Можем лететь. Здорово. Так. Погода улучшилась. Сейчас мы дозаправим самолет и минут через 10-15 вылетаем. Итак, синоптики дают добро. Мы снова летим в Уайтхорс. После неудачного начала Джастин надеется, что погода в Уайтхорсе продолжит улучшаться, когда самолет будет пролетать над горами Маккензи. Буффало 224, полоса 1-5. Движение открыто по всем полосам. Вас понял, взлет в 17.50, курс на Уайтхорс. Перелет до Уайтхорса занимает 5 часов. 1100 километров над одним из самых суровых районов Канады. Пока нет ни намека на плохую погоду. Эндрю выпала редкая возможность пролететь над незнакомой территорией. Классно. Мне еще не доводилось летать над гористой местностью. Настоящие горы? Совсем неплохо. Смена пейзажа. На западе появляются облака, и Джастин сверяется с прогнозом в Уайтхорсе. Буффало 224, говорит Уайтхорс. Уайтхорс, говорит Буффало 224. Нужен последний прогноз погоды. Грозы продолжаются? Подтверждаю, несколько изолированных очагов. Около 6000 с кучево-дождевыми облаками и грозовыми облаками у земли.
Вас понял, Буффало 224, спасибо большое. Плохие новости. Гроза не прекращается. А в 400 километрах от Уайтхорса... Что это? У нас двигатель дымит. Давление масла в правом двигателе резко упало. Возможно, большая утечка. Из него масло течет. Двигатель может заглохнуть в любой момент. Только если с обратной стороны обтекателя, я отсюда ничего не вижу. Джон осматривает двигатель из хвостовой части. Дым пошел немного сильнее, Джастин. Ты видишь пламя, Джон? Просто белый дым. Может, просто масло? Второй двигатель может выйти из строя. Так, Эндрю, мне нужно пойти посмотреть. Держи 95-100 узлов. Следи за температурой. И давлением во втором двигателе. Хорошо, не беспокойся. Делай, что нужно. Джастин направляется в хвост, чтобы осмотреть двигатель. От вибрации разболтались винты на обтекателе двигателя. Очень сильная вибрация. Обтекатель может сорвать. Эндрю никогда раньше не был в подобной ситуации. Все в порядке, Джастин? Да, просто думаю. Ясно. Они далеко от дома, над горами, и летят прямо в грозу. Кроме того, у них проблемы с двигателем, а поблизости ни одной посадочной полосы. Масло по-прежнему вытекает? У DC-3, направляющегося в Уайтхорс, серьезные проблемы. Впереди трудные погодные условия, а второй двигатель вот-вот откажет. Тут нужно подумать. Если придется заглушить двигатель, сможем ли мы удержать высоту? Где ближайший аэропорт? Как туда попасть? Продолжаем полет или садимся на запасной аэродром? Капитан Джастин Симли должен принять решение. Все в порядке, Джастин? Да, я просто думаю. DC-3 в полутора часах от Уайтхорса и всего в 15 минутах от Уотсон-Лейк. Находясь в 65 километрах от Уотсон-Лейк, над горной местностью посреди грозы, я принял решение садиться. Так, приятель, идем на посадку. Я немного убавлю мощность, посмотрим, получится ли снизить скорость. Джастин не хочет беспокоить пассажиров и говорит Джону, как объяснить отклонение от курса. Да. Скажи им, что... в Уайтхорсе гроза, и что нам придется немного изменить курс и сесть в Уотсоне. Отведем их на аэровокзал, а я пока позвоню в компанию. Хорошо? Хорошо. Обороты второго двигателя упали, но он по-прежнему дымит. У Джастина есть всего несколько минут, чтобы добраться до аэропорта Уотсон-Лейк. 37 на 33. Это тот участок перед нами? Да, аэропорт перед нами. Шум во втором. Снова хлопок. Проверь. Спасибо. Все отлично. Все отлично, ребята. 224, сообщите ваш тип самолета. 224 — это DC-3. Аэропорт Уотсон-Лейк был построен во время Второй мировой войны как перевалочный пункт для переброски американских самолетов в Россию. В этом районе случилось много авиакатастроф, связанных с погодными условиями. В 1942-м здесь разбился Б-26 «Мародер». Несколькими годами позже — Авролинкольн. Уже на земле Джастин обдумывает следующий шаг. Пока экипаж осматривает неисправный двигатель. Черт, это утечка. На обшивке видны следы масла. Самолеты этого типа очень надежны.
И Буффало никогда не отправляет механика в рейсы DC-3. Вдалеке от дома, без инструментов, запчастей и механика, Джастину остается звонить в офис Буффало и просить о помощи. Двигатель здорово вибрировал и дымил, думаю, дело в цилиндре. Капот еще не снимали. Да, похоже на цилиндр. Есть утечка масла. Если цилиндр треснул, Джастину придется смириться с тем, что всегда надежный DC-3 сегодня уже не взлетит. Найдите механиков и запчасти, а мы отправим пассажиров в гостиницу. Полетим завтра, когда починим самолет. А я, как всегда, сообщу плохие новости. Бортпроводник Джон Мартин сообщает новость пассажирам. Шоу начинается. Которые должны быть в Уайт-Хорсе завтра утром. Так, звонил Джастин, сказал, что сегодня мы остаемся здесь. Я поговорю с ребятами наверху, попрошу, чтобы вызвали для вас такси и отвезли в гостиницу. Хорошая новость. Мы всего в полутора часах от Уайт-Хорса. В Йеллоу-Найфе Джон пытается найти выход из ситуации. Следи за погодой в Томпсоне, Алекс. Он обращается за помощью к приятелю,